Доброго времени суток, друзья! Вы на канале Hardreset Info, перед нами Poco M4 Pro. И в этом видеоролике мы вам покажем, как настроить вспышку на данном устройстве. Если вы хотите, чтобы ваш телефон включал всегда вспышку при съемке, вы заходите в камеру, в левом верхнем углу нажимаете на вот эту вот молнию. И здесь у нас есть 4 варианта вспышки. Первый — это выключенная вспышка, она не будет включаться ни в каком случае. Вторая — это вспышка с такой буковкой А. Это значит, что вспышка будет включаться только тогда, когда телефон считает нужным включить вспышку. Третий пункт — это обычная молния. При помощи обычной молнии у нас вспышка включается в тот момент, когда мы делаем фотографию. И четвертый пункт — это вспышка с таким будто бы солнышком. То бишь, вспышка будет гореть всегда, даже когда мы не снимаем или не делаем фото. Наш телефон включает вспышку всегда, как мы только заходим в камеру. Больше видео об этом устройстве вы можете посмотреть у нас на канале. А если у вас остались какие-то вопросы, обязательно задавайте их в комментариях. Подписывайтесь, ставьте лайки и всего хорошего. До свидания.